Маленький, я не артист, но у тебя паника. Глянули в чат и закрыли ебать. Звукари, всем привет. Зацените, кто подъезжает. Тут бронированная дверь, тут к нему никак не попадешь, пустите. Придется залазить. Да пофиг, давай я сразу залезу. Здорово, Ваня, во-первых, столько ехал ты, блин. Скажи, сколько ехал ты, получается? 4 часа. Да больше, мне кажется, даже, блин, ну, пёр ты. Да. Пробки, мопки. Вот, для тех, кто в теме, это Black Удав. Для тех, кто не в теме, подписываемся и будьте в теме. Сейчас я закину наверх это. Короче, как видишь, фона нету. Ну, это так, писк небольшой, да? Ну, писк давай, это да. Давай, проезжаем. Да, можно сказать, это нету фона. Но. Нету фона и нету просада. Это первый из пунктов, которые в этой машине присутствуют. То есть вообще нету просада, ты хочешь сказать? Но он же есть чуть-чуть-то, небольшой. Ну, когда наваливаешь, нет. Ну, сколько ты максимально видел вообще просад этот здесь у себя? У меня даже ниже 15 не падает просто. Напомни, что там по питанию у тебя стоит? 4 секции лубриканата. Знаешь, что лубриканат. Это только вы называете, да, его так, лубриканат? А так нормально, типа по-научному, как он там? Катл называется. Катл, который? Да. Катл. Ну все, про катл-то я слышал. По-любому. Первооткрыватели, получается, вы этой темы или нет? Иван, который строил этот проект, он первооткрыватель. А там уже перекупы, все начали эту идею, короче, перехватывать. Видят нормальное питание. Подожди, я если что-то неправильно понял, там Иван и ты, Иван, получается? Да, два Иван. Вы оба в Ване, да? У нас еще прикол в том, что у нас еще днюха в один день. Да, ну нафиг, ага. Серьезно? 15 апреля. Нормальная тема. Хорошая локация. Только мне надо вылезти. Или что, отсюда буду снимать все время, ты будешь рассказывать. Пробежимся сначала по системе. Пробежимся по двери. Почему она не открывается? Почему, брат? Скажи. Вот так полностью. А этот тип, что здесь забыл, блин. Слушается на музыку. Нормально. Так, что мне? А я сейчас попробую так, короче, дистанцироваться. Меня снимай, да тоже. Шлепочки снимаем, чтобы аккуратненько. Оп! Вот так. Гимнастика. Да, потом шлепок переносится. Все так. Ну я, конечно, под всеми тучами проехался, поэтому я даже тачку не мыл, не готовил ничего. Ну, в принципе, она. Смысла мыть. Да. Тут тема не в этой, не во внешке далеко. Тут, короче, тема в том, что внутри находится, правильно? Ну да. Да. Фу, спасибо за свободу, Ваня, выпустил меня. Открываем капот, все по стандартной схеме, начинаем. Ну там ничего интересного, как всегда. Максимум, что-то может быть, это генератор. Ну знаешь, для простого обывателя, вот когда ты открываешь капот и здесь нету аккумулятора, как бы люди думают, ну такие, которые вообще далеки от автозвука, они такие, блядь, о как ты ездишь, да? Угу. Чисто на проводке, на генераторе, да, и все. Это что, у тебя один он, да, тут? Ну да, Tesla 350. Амбассадор Pride, да. Вопрос такой, а Pride, Эдикс, в курсе вообще, да, что ты амбассадор его? Ну да, они же мне Савы подарили, конечно. Ты че, блин, ты такие вещи не говори, там люди с ума сойдут сразу. 300 тысяч просто отправили. Ну, это у нас что, у нас КГшка идет, нет? ПВ? Это 70-ка. Ну а бренд, не бренд? Не, не бренд, обычно. Так вот. О, вот эта тема наша, это все, я понял. Тазик. Да. Тазик узнаю, сразу гниет, короче. Да. Ну пока еще держится нормально. Внутри там что у тебя? Тут два вентилятора стоят, Нива, Шевроле. Но они, короче, мощные, прям хорошо дуют. Да, я знаю, у меня такие же в девятке. Ну, тоже и с этой стороны тоже снаружи, как бы вентилятор обычно. Свой же. Угу. Все, теперь закрывай. Самое главное, амбассадор Прайда. Это да. Секрет. Sound Team. Да. Так, что теперь? Это открывается? Ну да. Давай. Глянем, здесь дверь просела, по-моему, ты открыл, да? Внешка тут вообще не главное, как бы сильно не заморачиваемся. По барабану, вот. Если что, кто-то много пиздит, ты его так, о, блядь, да. Сюда, и дверью потом придавил. Закрывай. Петли, да, перекошенные или что? Ты открывал его вот так влево повело, понял? Это просто он играет. Чуть-чуть. Короче, прикол в том, что тут от басухи порвало дверь. Я не знаю, правда, как.
Подожди, от того, что внутри у тебя стена, сюда, по идее, не должно никакой вибрации идти. Ну, я не знаю, вот оно порвало, мы сами в шоке. Просто от вибрации, я не знаю. Хотя тут металл ничего не гнило. Хрен его знает, как оно так оторвало. Тут что-то пилил кто-то для меня. Я в ахуе, да, что у нас тут стоит? У нас тут Pride, получается, 4000. Так ты бы наклейку Pride поставил. 4К, да, получается? Да, не 40К, 4 киловатта всего. Ну да. Так, нормально. Это кулерки мелкие? Ну, для да, 4 штуки, жужжат хорошо, охлаждают. Для охлаждения все да. Нормально. С кнопки нибудь запускаются или проводкой? Не, ну сразу музыку включаю, чтобы не, автоматом, не профукать короче. Момент. Угу. Да, как я тоже хотел с кнопки, потом мне сказали, лучше не надо. Так, а что ты через преды убрал бы нахер? Нет. Ну, хочется проект сохранить все-таки. Ну они... да, тут опасно, блин, с таким железом-то. Вот это и есть вот этот лубриконат, да? Ну да. Угу, угу. Прикольно, я просто как бы никогда на него ничего... На двух секциях валим, получается, да? Не, ну ты же говорил, что у тебя еще где-то там заныканы. Ну да, в запаске там есть. Там внизу такие просто же. Просто некоторые так удивляются, то что две штуки, думают, что ты с них валишь. Говорю, обычные ну, да. Аккумуляторы, скажи, покупал в этом самом ДНСе, да, или валики заказывал, блин. Короче, одна секция 180 ампер-часов получается. Подключение знаешь, да, на сабы какое идет? 0,35. 0,35? Жирненько. И рост, да, там нормальный? Ну, на 1,2, туда-сюда. С той стороны двери там что-то есть задней? Или такая же просто? Такая же. Давай, пойдем сюда сразу. Тут, в принципе, все без проблем открывается. Фронт, фронтец, естественно, на... Басвариуре теперь. Diamond 8 получается. Ага. Что еще по нему сказать? Короче, фронт это не главное. И пищи какие. Вот, по 500 подошла, да? Ага. Фронт это не главное. Можно этот мы что-то подснимем? Потом. Короче, на РДВВ на обзоре был, он там прикалывался с этого кармашка, говорит, кармашек под телефон, короче. На сигареты закинуть там и так далее. Ну что, нормально, они, какой ус идет? Короче, Pride 3000 на 2. 3000 на 2? На одну дверь вот эту, да, да. Все? И что, они ну, как планировалось как бы на две двери. Но... Вывозят? Да, нормально. Ну и самое главное о том, что ты пытаешься все мне сказать, показать. М45. Всем доказать, что Pride валит, да? Это у нас пятнахи? Да, двенахи. Восемнахи, да? Восемнахи. Четыре восемнахи, короче. Посмотрите, какие, блядь, усиления здесь идут. Это просто нормальным, так сказать, словесным запасом это не сказать. Это пиздец, блядь, по-русски, если говорить. Короче, это турники тут, можно подтягиваться. Да, жесткость вообще конкретно. И внутри, наверное, да, такие же, блин, распорки, все это. Все как надо. Ну да, там весь каркас, все остальное, как бы все усилено. То есть, соответственно, ну и бронированная вот эта. Ну как можно сказать, и бронированная дверь, но она бетонная. То есть, там а так до этого ее разносило? Конкретно? Ну, там маленький слой бетона залили, и окно опускалось, из-за этого окно, короче, разбило тут часть, и оно начало вот в этом месте рваться. Muffin Alpine 92 БТ. 92-й, все конкретно, по классике, ну, распорочка. Ну, прям в хорошем состоянии, такое, можно сказать, новое. Потолок зашитый, все тут зашито, короче. Ну да, там вибро тоже, бетон, короче, все намешано, то есть машина... Не как у Ветер Аудио весит 4 тонны, но 2 тонны весит. То есть ну, броневичок нормально. Она работает, я на ней работаю, там на шабашке катаюсь. На 17-х дисках гоняешь, ну, да. И все нормально, правда, проблем нет. Потерял, короче. Да, ну ты опасный тип. На свой страх и риск. Ну да, тут нагрузка хорошая. Нагрузка вот именно что хорошая, а балки там не усиливали, ничего? Единственное, вот пороги, видишь, усиливали. Квадрат 4. Заваривали, 4 миллиметра, да. Нифига. Но самое главное, действительно правильно ты сказал, что здесь удобно. Ну да. Такая спинка, где увидишь в стенах. Ну есть варианты у нас с такими спинками. Закись азота стоит. Ну, то есть дергать надо, да, и едем быстрее сразу. Так. В салоне нормально получилось. Ваня, ну что, вроде все так, беглый обзор есть. Тут самое главное, что мы не сказали. Все мы сказали. Мы теперь поедем валить. Ну да. Поедем валить, сейчас поедем, короче, к пацанам моим знакомым. Они давно уже ждут Ваню, подрачивают на его канал, на его видосы, так что... Едем. Я даже не знал, что они меня тут ждут. Кто-то. Едем, я думал, едем. Уже девочек будем тут искать. Ну, найдем обязательно, ты что. Едем, едем. Катимся. Но это не голубой вагон. Надеюсь. Да.
Опа-на! Давай, садись за целью. Давай, надо в жизни все испытать, мужики, прыгайте. Да у меня, блядь, заглохну нахуй такой путь. Да ни хера подобного, блядь. Давай, иди сюда, ты ж не слушал еще. Давай, садись. Бай, Швагурцев. Банка не упала у тебя, значит не валит. Да? Selling, I'm throwing up bands. My bitch is the... Wait, one on my face. Хватит, блядь! Это разъёб просто! Да она, блядь, еще пиздит меня этими, блядь, молниями, нахуй! Да. Следующего? Давай, садись. Да куда я, блядь, такой? С краю, если только на пол. Садись на пол. Куда он меня из-под КамАЗа, блядь, башкой в угол сюда. Сядь. Да, чтоб меня не слохало. Давай, давай. И в проем, поближе сюда подвиньте. Ага. Это надо правильно здесь уметь, надо курсы проходить. Она так, горяча. Можно умереть. Подойди сюда, голенький. Дай мне посмотреть. Дай мне жопу сиськи твер. Покажи мне твер. Задись влево, вправо. Влево, влево, вправо. Влево, вправо. Влево, влево, вправо. Влево,
жопой, двигай жопой. Блин. Ну что, братишка, нормально, да, будет? Ну можно да. 31-35, это верха, прикинь. Привез дочку, взлохматить волосы немножко, в блоку дави. Пойдем. Да, держим курс на вас, гей. Это Хабаровск, бразит. Я не восточный рейв. Да мы валим база. По пределам выкручен гейм. Череде громко. Обработка трека. Обработка трека. На связи, привет всем, кто громко валит. Звукористам заебали, собираются хабари. Железо, трес, металлы, кидаем на ветер, на речую запах. Это сабы, сгорают, тратим металли. Злохматил тебя, все волосы разлетелись в разные стороны. Ну, вот хозяин, обращайся. Поближе сюда. На замере на все бабки давишь, одобряем. Репортеры приезжают сюда посниматься толпами. Девочки болеют за ребят, танцуют попами. А мы варим до предела, выпущен на баре. Да ты правильно понял, парень. Строим на площади парень. Этот проект
приглашаем на рейв-фестиваль на бас гейм. Да, бывает. По кварталу карнавальным. Не спеша идет кортеж. Из Екатеринбурга в Челябинск. Соперники не справимся, считали. Мы сами на удачу полагались. Мы собираем кубки на Урале. Автокаста. На ветру развивается знамя. Подняли на уши Челябу, едем в ЕКБ. Гибонери, Рабль, Космосу, Пью, окей. Там на Урал Маши. Смело можно повалить, никто не гонит наших. Кардеш автокаста, класса экстрим. На Ленина пробке, московская стоит. Едем по восточке, не спеша на УПИ. По Свердлову на космос тоже пошумим. На площадке валим, валим, валим. Это суета не ради мани-мани. Это суета для молодежи на Урале. Мы так развлекаемся, мы так развлекаем. Уральская пятера всем, кто с нами. Давайте вдвоем будет прикольно. Ты уже рожал. С дочкой вместе. Она по ушам не бьет, просто. Нормально, нормально. Ты садись. Она не ходит. Боится? Она боится, да. А маму отпусти его. Сюда ножки поставь, вот сюда вдвоем. Вот так, вот так, да. Прическу сделали, да? Давай с автоматом посадим. У нас радости в потолок стрелять.